В очередной игре чемпионата Заречного по футболу на искусственном поле центрального стадиона встретились команды «Старт» и «Надежда». Начало игры прошло в упорной борьбе за право открыть счет. Первым это удалось нападающим «Старта». И атаковали так еще дважды. Все попытки «Надежды» забить хотя бы один мяч были тщетны. Защита «Старта» крепка. 3-0 – результат первого тайма. Во втором «Завачанам» удалось забить еще два мяча. «Надежда» так ничем и не ответила. Со счетом 5-0 победу одержала команда производственного объединения «Старт». В этот же день состоялась еще одна игра чемпионата. «Ветеран-боксер» сыграли в ничью 0-0. По окончании матча команда «Ветеран» подала протест в контрольно-дисциплинарный комитет. Выяснилось, что за «Боксер» по чужой фамилии играл футболист, который был ранее дисквалифицирован на 5 игр за удар соперника рукой. Решением дисциплинарного комитета команде «Боксер» было засчитано техническое поражение со счетом 0-3. Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный».